Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео мы с вами проведем чистку с возвратом сделанного и будем делать это на соль. Друзья, если вам нравится наше видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк под этим видео и, конечно же, в комментариях пишите «благодарю» и «принимаю». Таким образом, вы оплачиваете наш труд. И мы вам за это очень благодарны, что вы цените, и у нас есть стимул, мотивация к тому, чтобы делать еще интересные ролики для вас. Итак, друзья, чистка с возвратом сделанного. Нам нужно с вами купить пачку соли. Пачку соли, ну вот обычная соль, которая кухонная, мы используем. Что мы далее делаем? Нам нужно взять эту полпачки этой соли и высыпать в ванную или в таз, где вы принимаете душ или купаетесь. И полпачки нужно вам оставить, чтобы натереться этой солью. Итак, сразу, когда вы будете купаться вечером, мыться, полпачки мы высыпаем на дно ванной или таза и полпачки оставляем, чтобы натереться солью. И вот во время натирания солью нужно читать следующие слова. Соль соляная, оттяни, отведи все уроки, призоры, чьи-то наговоры. Ты чиста, и я чиста буду тебе таять, так и беде моей таять. Соли скрипеть, а мне не болеть. Что сняла, назад пошло, врага моего нашло. На него шубку накинула, чтоб защита его сгинула. Ко мне зла пожелал, чтоб от боли заорал, от бессилья застонал. От меня порчи отвернись, на врага моего откатись. Меня не жрать, не ломать, а врага моего, если вам имя его известно, то вы можете назвать, до смерти укатать. Как связала, так тому и быть, замок в роте змеи никому не избыть, ключ не забрать, защиту не сломать. Как сказала, так тому и быть. После того, как вы произнесли эти слова, принимаете душ и продолжаете заниматься теми делами, которыми вы обычно занимаетесь после душа. Обращаем ваше внимание, что желательно это проводить на убывающую луну. А сейчас у нас убывающая луна, поэтому вот купите в ближайшие дни пачку соли и вечером проведите этот обряд. Также могут сделать это члены вашей семьи, но нужно, чтобы каждый купил пачку соли. Друзья, с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно в порядке ставьте лайк, подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Ну а мы с вами, друзья, прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!